Добрый день, мои дорогие водолеи. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотры. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 11 по 17 сентября. Итак, мои водолеи, сейчас посмотрим, что неделю для вас, что вам эта неделька принесет. Ну, во-первых, неделя у вас будет очень активная, мои дорогие водолеи, и неделя у вас будет связана с мужчиной, взаимодействие с этим мужчиной. Этот человек может быть огненного знака зодиака, он такой яркий, активный, темпераментный, не сидячий на месте, любит красиво одеваться. То есть вся неделя у вас будет связана с этим человеком, взаимодействие с этим человеком, ну и немаловажно, это и движение, и работа, все. Так, начало недели для моих водолей, середина недели. Конец недели. Так, в начале недели вы получаете новость. Новость очень радостная для вас. Очень радостная. Вы будете очень радоваться. Фонтан эмоций, через край эмоций, но положительные. У каждого новость своя, да? Вот. Середина недели. Все идет умеренно, стабильно, спокойно, так как надо, так как нужно. Мои дорогие водолеи, на этой неделе вы находитесь под покровительством Господа Бога высших сил. Так что своему ангелу-хранителю, кто верит, а я знаю, верят многие, загадывайте желания, все у вас выйдет, все получится. Вот. В конце недели вы в чем-то, в ком-то будете разочарованы, и какая-то ситуация из прошлого у вас будет как тяготить. Обида еще у вас может быть на кого-то, да, но не надо обижаться, не оглядывайтесь на прошлое, ресурс будет и неплохой, постарайтесь его заметить. По работе для моих водолеев, ну, во-первых, по работе у вас очень много конкурентов, конкурентная борьба идет, но вы выстоите, а вот эти конкуренты, они вас не одолеют, не атакуют, вы лучше, вы мастер, вы хороший специалист своего дела. То есть, если есть какой-то там, например, выбор какой-то по работе, вы или там еще кто-то вас выберут. Так, по финансам, для моих водолеев, по финансам будете переживать, очень сильно переживать, сомневаться. Так же самое по финансам, остерегайтесь обмана, тумана, чтобы вас не ввели в заблуждение. Вот, так же самое по финансам может вылезти какой-то обман, кто вас обманет. Ну, а теперь смотрим по здоровью для моих водолеев. Здоровье хорошее. Хорошее, только единственное, что не чрезмерно не употреблять алкогольных напитков. Ну, то есть все в меру, чтобы было, да? Личная жизнь для моих, прошу прощения, козерогов. Значит, ой, козерогов, водолеев. Значит, у кого-то из водолеев есть близкие скорпионы. Вы общаетесь с ними. Так. Личная жизнь, смотрите. Ну, личная жизнь как-то особо вы особо не растрындыриваете, как я говорю, каждому, кому не попадя. Как у вас там, что? То есть держите язык за зубами. Что у вас в личной жизни, что, как и происходит. Так же самое можете увидеть вещий сон насчет вашей пары. Постарайтесь его заметить, он будет важен вам. Так, теперь смотрим социум для моих водолеев. Боже, много новостей, поэтому у вас ну, много новостей, много активности, новости нежданные, негаданные. Вот и поэтому общий фон у вас взаимодействие идет с мужчиной. Вы, может, даже не ожидаете, что этот мужчина вам напишет, а он напишет, объявится, ну, как-то каким-то образом даст о себе знать. Теперь смотрим совет моего водолея на эту неделю. Ну, во-первых, не обманывайте никого. Как есть, так и есть. Не берите чужого. По факту, что у вас, видите, какие-то махинации, что касается финансов. Этого делать не надо, потому что это плачевно закончится. Вот. Чего не стоит делать моим водолеям на этой неделе. С бумаги. Что связано с бумагами? Бумаги, документы. Вот и поэтому не идите на какие-то махинации, что касается финансов. Потому что здесь, я смотрю, остерегайтесь обмана, тумана по деньгам, да, и тут то же самое, как бы, да, вас могут подставить, вас могут облапошить, вас могут обмануть, на вас могут что-то повесить, понимаете, долг, вот, и хороший долг, так что будьте внимательны. И чем порадует, там радует моих водолеев эта неделя, порадует, там радует. Закончатся ваши переживания. Закончатся ваши переживания, страхи, сомнения, как быть, что делать, как поступить. И это вас обрадует, порадует. У каждого это свое, да? У кого с работой, у кого с деньгами, у кого с домом, с чем угодно, да? Но оно уже закончится. Так, смотрим одна карта из колоды Леноман.
Для моих дорогих водолеев. Класс. У вас будут перемены в семье очень хорошие. Очень хорошие. В семье у вас все хорошо будет на этой неделе. Вот поэтому держите язык за зубами в личной жизни. Так же само может быть поездка. Куда-то вы можете поехать с семьей, там, да, и к вам кто-то может приехать. Ну, просто хорошо. Но перемены в семье классные. Это хорошо. Итак, мои дорогие водолеи, я сделала для вас расклад на неделю с 11 по 18 сентября. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваша Аза Таро. До свидания.